Девчонки, привет, я один из лучших гитаристов в мире и блогер на ютубе. Хочу сыграть вам прямо сейчас песню, слушайте. Ну как вам? Что-то не очень, нам не понравилось. А если вот так? Так намного лучше. Это похоже на танк, видимо, мы туда попали. Всем привет, друзья, меня зовут Николай Попов, и вы часто спрашивали, когда же я выйду на улицу. И вот я вышел на улицу. Сейчас я нахожусь в городе Таганрог, в нем прожил 4 года, и в нем также учился играть на гитаре. Сегодня попробуем различные форматы, так что смотрим. С вас обязательно лайк и подписка на канал. 7000 лайков, и выйдет следующая часть, возможно, в другом городе. Приехал домой, начал монтировать этот ролик, и случилась проблема. Оказалось, что звук практически не записался во всех эпизодах, кроме двух. Так что я думал либо удалить этот ролик, либо заказать переозвучку. И я решил переозвучить. Так что смотрим, получилось довольно смешно. Привет, девчонки, я гитарист из России, хочу сыграть песню. Хотите послушать, вы откуда? Мы из Испании. Давай, сыграй. Я играю на гитаре уже 22 года, с 6 лет. Вау! И хочу поразить вас этим. Это впечатляет. Неплохо. Что-то знакомое. Не могу вспомнить, откуда это. Гули? Не, не похоже. Это что-то из аниме. Наверное, да. Такие гусь. Что вы сказали, я не услышал, повторите. Это из аниме было? Да, это был токийский гусь. Точно! Мы же говорили. Я вначале хотел притвориться новичком, но придумал сразу, сыграл нормально. В России же так модно. Сейчас мы решили подойти, вот уличный музыкант играет, сейчас мы попробуем его пранкануть. Сейчас подойду, притворюсь, типа я не умею играть, а потом нормально сыграю. Давай, сейчас попробую. Ну давай, дослушаем его, чтобы не мешать. Сейчас. Круто. Вот тебя, держи тебя. Привет, друг, можно у тебя гитару попробовать? Я раньше занимался, да, немножко хочу попробовать. В музыкальной школе раньше учился, вот ты оценишь, как тебе? Я, наверное, не особо оценщик, ну давай. Вот. Ну что-то забыл. Да. Как тебя, кстати? Я Коля. Меня тоже, кстати, Коля зовут. Как тебя, нормально или не особо? Ты как-то знаешь, ты, видно, подзабыл. Не особо, да? Не особо. Не знаю, сейчас еще раз попробую. Ладно, сейчас, может, разыграюсь. Красава, молодец. Сейчас получше было? Сейчас, да, получше, да, очевидно. Вот. Ну все, спасибо, как нормально. Ну это был пранк для Ютуба такой немножко так. Если тебя выложу, нормально будет? Чуть-чуть. Нормально, конечно. Ну, канал Николай Попов называется. Все. Все, спасибо. Девчонки, привет. Хочу сыграть вам песню. Давай. Что предпочитаете? Ничего. Как это ничего? Я хочу вам что-то сыграть. Играй любую. Летычок басты, знаете? Да, знаю. Слушайте. Ну как, вам понравилось? Да, очень круто. Сейчас еще раз сыграю. Какой вариант был лучше? Второй, хотя оба варианта были хорошие. Как так? Я же сыграл первый раз явно хуже, чем второй. И хотел притвориться, типа не умею играть. Я хотел вначале сыграть типа плохо, а потом хорошо, чтобы вы удивились, но вы не удивились, это очень плохо. Если хочешь поучиться у меня на гитаре онлайн, то пиши мне ВКонтакте или на почту. Привет, хочу сыграть вам песню, чтобы вы удивились, послушайте. Как вам? Очень классно, супер. Супер, да. Точно? Да, нормально, хорошо. А если вот так вот? Так лучше. Что? Ничего. Да, этот вариант все-таки прям. Говори ближе к микрофону. Это было лучшее, что я слышала. Какой вариант был лучше, первый или второй? Второй. Да вы сначала сказали, что первый тоже был хороший, это чтобы я объяснил. Да вначале нам показалось, что неплохо, но потом, когда ты сыграл второй, то оказалось, что лучше. Пока. Привет, смотрю тебя на ютубе, можно с тобой сфотографироваться? Да, конечно. Кстати, впервые со мной кто-то хочет сфотографироваться. Привет, скоро поеду на конкурс в Москву, буду участвовать за наш город как лучший гитарист из города. Хочу выиграть конкурс и стать лучшим гитаристом России. А можете меня послушать, хорошо играю или нет, выиграю или нет? Давай послушаем. Ну как вам? Ну так себе, не очень. Думаю, еще рано на конкурс. Сейчас еще раз попробую. Сейчас прям постараюсь. Сейчас. А вот это вот. Это лучше было? Лучше? Да. Ха-ха. На конкурс можно ехать? Да. Случайно встретил преподавателя, над которым я делал пранк зимой, Биа, правильно? Да. Это очень неожиданно. Не ожидал ты встретить Биа. Оставлю прямо вот здесь подсказку. Можете пересмотреть тот самый ролик. Ну чё, давай, Биа, сыграю тебе что-нибудь, давай. Давай, давай. Что ты хочешь услышать? Нам без разницы, что хочешь, тебе нравится. На свое усмотрение. Сейчас простенько мелодию сыграю. Как тебе? Вау, это было очень круто. Ну ладно, я пойду, все, пока, давай. Пока. Что видишь, пусто, некого это снимать. Кого бы. О, Николай! Вот он? Да. Да. Блин, здорово, я тебя на ютубе смотрю, да? Блин, ты реально классно играешь. Можешь что-нибудь сыграть, пожалуйста? Ну, давай. Мне просто так нравится вот именно мелодия. Я слушаю там и многих ютуберов, и когда они песни играют, мне так мелодия нравится. Вот что-нибудь на свой вкус. Я уже все практически сыграл. Ну, давайте кусочек Интерстеллара сыграю. Нормально, блин, обалдение, блин, это круто было. Это реально было круто. Спасибо. Спасибо тебе большое. Для тех, кто не догадался, весь ролик переозвучивал я сам. Так что напишите, как вам. Понравилась ли вам моя переозвучка? Или нет? Это был для меня самый сложный ролик со времен первых двух роликов, так как я его монтировал, наверное, недели 2 или 3. Из-за того, что приходилось переозвучивать, что-то новое было. И как вы заметили, в этом ролике нет рекламы, поэтому я практически ничего с него не заработал. Так что если хотите поддержать меня финансово, то можете подписаться на мой канал в Boosty, просто отправить донат или записаться ко мне на урок по гитаре. Всем пока!